долгожданная победа такая? Да, правильно, долгожданная победа, очень настраивались, нужно было, тем более последняя игра дома. Ну, а что тут говорить, все отдали для победы, так что хорошо, что выиграли. Да, 2-2 стало, это обухом не ударило? Да, это игра, и надо быть готовым к тому, что они не выключились из борьбы, до конца играли, надо им отдать должное, так что еще раз говорю, хорошо, что все так закончилось, и упорная была игра, и опять же, хорошо, что выиграли. Несколько травм, не слишком ли большой ценой победа далась? Ну и так можно сказать, что бились, и можно сказать, грязные вот эти приемы получились. Но опять же, еще раз говорю, ну это спорт, от этого никто не застрахован. У всех бывают травмы, и вот все посмотреть на каждого, мы все играем с микротравмами, в том числе и я, так что жалко, конечно. Сейчас доктор там будет смотреть игроков, посмотрим. То, что сегодня была пара драк, можно сказать, что это хороший такой индикатор того, что бьетесь друг за друга? Ну то, что заступаете... Ну, конечно, что мы друг за друга и на тренировку, можно сказать, это все с тренировок идет, мы подбадриваем, и разговариваем, и опять же много было собраний, и на льду мы друг за друга, все правильно. Соскучились по такой атмосфере в раздевалке, когда все-таки не гнетущая тишина, а есть повод порадоваться? Да, вы правы, так что наконец-то мы музыку после игры можем включить, посмеяться, поулыбаться, а то очень было плохо в раздевалке. Что нужно сделать, чтобы перенести вот этот там запал сегодняшний на выездную серию? Тем более, что дней не так много. Вот считаю, самое главное сейчас восстановиться, потому что игры сейчас пойдут через день. Очень тяжело, тем более поездка. 4 игры, надо правильно восстанавливаться, я считаю, это залог успеха. Можно сказать, что пропустив игру, ты вышел сегодня голодным вот до голов, до игры? Помимо того, что да, голодный, я немножко отдохнул. Пацаны играли, а я был посвежей. И поэтому вышел, сразу первый раз не забил, так что на игру пересмотрю еще, посмотрю, как я играл, двигался, но по состоянию только немножко в конце, а так хорошо себя чувствовал.